культурно-досуговом центре «Барвиха» прошел вечер памяти легендарной телеведущей Валентины Леонтьевой. Он был приурочен к столетию со дня ее рождения. От всей души название концертной программы обращало зрителей к известной в 70-х-80-х годах телепередаче, бессменной ведущей которой была Валентина Леонтьева. Это был первый в СССР поисковый проект. Он соединял людей, потерявших друг друга на многие годы. За 15 лет вышли 52 выпуска. Они снимались в разных городах страны. За этот телевизионный цикл Валентина Леонтьева была удостоена государственной премии. Ведущими вечера выступили писатель Валентин Халецкий и Оксана Иванова. Настоящим подарком для гостей встречи стало выступление народного артиста России, пианиста Александра Розума.